Во свете Библии? Да, во свете Библии, канал Игнатий Лапкин. Добавьте два слова. Открылось? Сейчас, одну секунду. Игнатий? Да. Лапкин. Игнатий Лапкин. И вы найдете. Она откроет вам. Да, ну что, 35 тысяч подписчиков. Так, а сколько просмотров? Сейчас. 14, 15 тысяч видео почти. Да. Просмотров, сколько просмотров общего? Просмотров. У вас не показывает. Сейчас. Надо зайти внутрь там. Это 34 миллиона. Ну ладно, не в этом дело. Дело в том, что если вы зарядите вот так же только через Google, во свете Библии Игнатий Лапкин сайт. Сайт. Вы там найдете мой... Прямо на сайте. Сайт. Там вы найдете моих 38 книг, мной изданных. Так, тут 34 миллиона просмотров у вас. 34 миллиона просмотров, правильно. Нам а есть вы сейчас что... это тоже снимаете в YouTube? Да. Вот если вы зайдете в сайт, также зарядите только через Google или через Яндекс, напишите сайт Игнатий Лапкин, и вы зайдете. И там можете слушать 50 книг, только моим голосом насчитанные. Игнатий Лапкин. Сайт. Сайт, да? Да, сайт. Это не на Ютубе, это через Google. Я понял. Смотрите, откроется сейчас. Открылось? Там икона будет видна. Да, сейчас. Там море информации, море, просто море. Да, вот зашел. Вот, там на правой стороне написано «звук и видео». И там, если ткнете «звук и видео», ну, на первой там видно такая-то рамочка. Вы там увидите кинофильмы государственные, она снятая. Тогда бобины такие большие были. Один занял первое место на международном киноконкурсе, а второе первое место в России. Как-нибудь посмотрю на досуге. Да. И там, увидите, у меня книги лежат. Из них последние 4 книги стихов по 800 страниц каждый том. Ух ты. Каждое стихотворение 36 строчек. 9 куплетов. Здорово. И у каждого стихотворения эпиграф из Библии. Ну, удачи вам, всего хорошего. Храни вас Господь. Если вы вздумаете побеседовать, надо будет, вы зайдите в скайп. В скайпе Игнатий Лапкин. Хорошо. Я один на интернет с этой фамилией. С Богом. Хорошо. Всякого плохого делается, ужасно. Ужас, хоть не говорите. Ну, это помойная яма. Господь будет выжигать, как Содом и Гоморру. Так просто не обойдется. Человек делается бездушным, коварным, злобным. Ну, не все люди такие плохие. Ну, это, видите, человек не признает, что дьявол есть, кроме Бога. А дьяволы орудуют, разбивают мозги. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать об вот этой книге? Ну-ка, покажите. Пока повыше, повыше. А, я знаю Кришну. Ну, вас что так интересует, непонятно. У нас Кришна, знаем, переводится черный. Это связано с бесовской силой. С сатаной. Все понятно. Можно выкинуть, да, эту книгу? Да выкинуть не надо, только сжечь, иначе кто-нибудь подберет. Это от дьявола. Там ничего божественного нету. Понятно, сатанисты вот раздают. Вы если на наш YouTube зайдете, там увидите много-много хорошего. YouTube называется «Во свете Библии». Канал. Понятно. Ну ладно, спасибо, всего доброго. Слава Христу. Вы знаете, что в воскресенье будет праздник большой? Угу. Какой? Пасха. Пасха Христова. А что означает слово Пасха? Откуда оно произошло? Не знаю. А хотите знать? Угу. Когда еврейский народ оказался в рабстве у египтян, то Господь этот народ вывел через раба своего Моисея. А он, фараон, не отпускал.
Бог всякие чудеса делал. 9 чудес были разные там. И град, скот побивал, и никак. Тогда последняя казнь была такая. Господь говорит, я пошлю ангела, и он пройдет по стране египетской, и каждый старший, который ребенок, скотина или кто старший, первородный, это все будут убиты. А вы ягненка закалите и кровью помажьте косяки и перекладину. И ангел увидит эту жертву и не тронет вас. Так и было. А вы собираетесь, ешьте ягненка, вкушайте и выйдите. Вот это первая Пасха, Песах по-еврейски, означает исход, вывод. Но это был только образ. Люди в плену греха у сатаны. И поэтому Христос умер за грехи людей. Вот это наша Пасха. Христос умер за нас. Пасха – это не куличи, не яйца. Христос – Бога-человек, который родился от Девы Марии, Духа Святого зачатый. В 30 лет он вышел на проповедь. В этом заключается Пасха. Вот начинает говорить там, ваша религия, но мы не религию проповедуем, а Христа. Ну как же так? А вы знаете, что воскресенье будет большой праздник? Воскресенье какой? Пасха Христова. Да, в курсе. А что такое Пасха, знаете? Знаю, еврейский праздник. Еврейский праздник. А почему русские празднуют? Да потому что Христос там воскрес, по-моему. О, потому что ветхозаветний ягненок перед исходом евреев из Египта, он прообразовал на Христа. И поэтому называется Песах Пасха. Ягненок, которого заколали в Египте израильтяне, он указывал на Христа, что Христос придет и возьмет грехи мира на себя, Агнец. Когда... А как он мог, этот самый ягненок, указать на Христа? Ну вот так и есть. Вы картину Иванова видели, явление Христа народу в Третьяковке? Ну, и что, так, наверное. Ну, картину эту видели, да? Скорее всего. Так вот там на холме... Видно, идет Христос, а Иоанн Креститель крестит. И он говорит, вот Агнец, ягненок Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Вот эту картину... А можно все это перевести на современный лад? Вот на современный и есть, что человек находится в плену греха, не в египетском, а в рабстве греху, беззаконием. А Господь призывает веру из себя, и сатана уже ничего не может сделать. Я покаялся, сатана сразу отпал. А человек бывает курит, там наркоман, он бьется и ничего не может сделать. А уверовал, перекрестился, он стал совершенно другой. В одну секунду Бог изменяет человека. Все может быть. Так я могу сказать о себе, я в 23 года. Праздником вас, праздником наступающим. Спаси Христос. Благодать Божья на вас. Мы проповедуем Христа распятого. Малые дети, ну куда ты от Бога-то спрячешься? Наоборот, перекрестись и скажи, Господи, избавь меня от всякого греха, блуда, сквернословия. Избавь меня, ты умер за меня. И Господь поможет. А что тут прятаться-то? Половина рулетки под полом сидят. У вас дома такая книга есть, нет? Нет. Это главная книга мира. 3600 лет ее начали писать. И люди, которые верят во Христа, они ожидают, в это воскресенье будет Пасха Христова. Христос воскрес из мертвых. Его люди грешные распяли на кресте, а он воскрес. Поэтому мы изображаем крест, знамение Сына Человеческого, Иисуса Христа, Бога-человека. У вас какие-то вопросы, может, есть? Нет. Нет, все понятно, да? Ну, ладно, тогда заходи на наш канал, называется «Во свете Библии». Большой канал, там увидишь, как у нас люди живут, как мы деревню строим православную. «Во свете Библии». Запиши себе. И рядом поставь Игнатий Лапкин, это я. И откроется канал. Канал очень большой. 14 800 роликов. Много. Вот. Ну, с Богом. Он не может быть нормальным. Тут ищут женщин, женщин-мужчин. Открыто, раздетые, совокупляются, как скотина. Ну... Примерно процентов 80 из посетителей мусульмане. Примерно.
Почему они здесь? Мы так просто сидим, время убиваем. Я с ними разговаривал здесь не раз. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Ну, общаться. Так с кем общаться-то? Говорить толком не можешь. А раздетый уже разделся. Вы пришли женщин блудных ловить. Я говорю, у вас дома 4 жены осталось, и за всех колым платить надо. А тут 44 даром и голые. Вы избились тут табуном, как жеребцы с юга. Аня, давай хохотать. Я говорю, а что смеяться-то? У вас вот здесь вот женщины как раз... Ни одна мусульманка за 1300 лет себя не поставит так. А она вышла, и вот так грудь, и у нее он сзади облапал и доит ее, как корову. Ужас какой! Да мусульманка разве позволит это? Ее брат родной зарежет за это. Ну, да. Надо учиться. Вот у нас книга, по которой мы учимся. Вот она какая. А воскресенье у нас Пасха Христова. Мы здесь вот проповедники находимся, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, о наказании, которое Бог даст блудникам, табакурам, сквернословам. Маленькие ребятишки, как только увидят, я сижу, как заорут все, там то хаттабы, что еще, прям визжат. Вот как бесноватое его сполчище. Один мусульманин тут начал ругаться. Я говорю, так у вас же аксакалов уважают. Да я не на вас, я просто в другую сторону смотрел. Давай просить прощения. Я говорю, вот ты отличаешься чем от наших русских? Русский не будет изменяться. Это у него нормально. А ты что-то там непонятно. Зачем ты на кого-то ругался-то? Ну нет, нет, я не на вас. Ну ладно, я говорю, раз не на меня, так это другое дело. Да, здесь старше положили. Ну... Так, сейчас я отойду. Все пока на этом. До свидания. В Христе тут говорим а пришли. А вы священник? Я не священник. Брат у меня священник. А я просто чтец. Мы о Боге говорим людям, чтобы люди здесь не дурили. Потому что что попало делает. Так, головой не надо крутить-то. Да, есть такое. Вот мы показываем людям, у кого есть такая книга. Вот. Библия. Библия, да. Да. А в это не воскресенье будет Пасха Христова. Угу. Мы людям должны рассказать, это что Христ... Это 4 дня. 4 дня. Он знает это. Так. Христос умер за нас и на третий день воскрес. Он умер за наши грехи. Она, когда он воскрес... Сейчас ты мне мешаешь, если разговаривать будешь, что нельзя, он же дядя слушает и скажет, что за непослушная девочка такая. Он подумает так, а тебе уже будет плохо. Ну вот так. Вы можете зайти на наш ресурс в Ютубе, канал у нас большой. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете», «свет», «светит». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Да, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы сразу зайдете, запишите сразу. Я запомню. Не запомнить вам. Вы тоже забудете. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я запомнил. Ну, давай, Библии, знаете, а если вы подумаете, нужно будет в скайпе вас, люди придут там, ну, вопросы решить. В скайпе Игнатий Лапкин, зарядите, я один, меня сразу найдете. Хорошо. Ну, давайте с Богом. Угу. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Ага, хорошо, запомнил. С Богом. Спасибо, давайте. Хоть один человек нормальный. Так нормально. Мы пришли сюда людям о Боге рассказать, о вечности, потому что тут Содом и Гоморра. Я всех спрашиваю, у вас, я говорю, дома такая книга есть? Нет. Это Библия. Ее можно купить в церкви. Она отвечает на все вопросы. Вот через 4 дня будет у нас Пасху отмечать православная церковь. Люди-то без Бога живут. Чем занимаются-то? Убийство одно. Почему же нет? Ну как же одно убийство? Ну тут половина это мужиков раздеты, а процентов 80, наверное, мусульмане. А вы имеете в виду по трансляции, что ли? Вот здесь, в этой, в рулетке. Ну, я... вот так и есть, да, половина балуют. Я спрашивал, говорю, тут, а знаете, кто эту создал рулетку-то? Ни один еще не ответил. Это 17-летний школьник, двоечник изобрел. У меня, говорит, у меня одни двойки были. Андрей этот, Терновский. И я, говорю, думаю, что же делать-то? Давай соображать, что ты вот это вот изобрел, беду ты. И все блудники сюда, все прелюбодеи, вся проституция, все собралось сюда.
Да не все. Я вот первый раз тоже попробовать решил, вот сейчас зашел, но вот тоже... Ну, мы уже здесь, я уже здесь 79-й день, наверное, нахожусь. Нашлись люди, которые на наших ресурсах, у меня большой ресурс, свой канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вы извините, но я не такой религиозный человек, я просто пытаюсь сделать так, ну, чтобы... Вам было бы очень интересно там, потому что у нас там 14 850 роликов. Мы деревню строим православную. Где? Алтайский край. Алтайский город край. Барнаул. Ну, там, да. От Барнаула 150 километров тут. Розык. Ну да, глухие у вас там еще такие старые деревни, да? А их не было, там пустое место. В России исчезло 21 тысяча сел. И 10 тысяч дышат на ладан, как сказали. 1-2 человека осталось. А мы получили землю, где раньше наша деревня была. У меня брат священник. И вначале, и вот уже 27 лет. Государство ни рубля не дало. Дороги. Все сами делаем. Все. Скотину приходится там держать многое. Да я знаю, я сам из деревни уехал. Ну, это вы приехали куда-то. А начните с нуля строить-то. Это надо электричество подвести. Школа нужна, храм. Тут работы море. Мы уже 6 прудов восстановили, как озера. Рыбу покупаем, мальков запускаем. Даже дорогу делали, там всего метров 250. Только один щебень обошелся 232 тысячи. А где же вы столько набрали-то? Как где? Старые, конечно, откуда приехали? Дома продали, все приехали. Ничего себе. Государство о нас не очень заботится. Вот у меня пенсия сейчас 8141 рубль 33 копейки. За 35 лет стажу. Трудового стажа никакого. Я печником работал, а? 8 тысяч пенсия, да? Это пенсия, все, больше ни рубля нету. А мне 80 лет уже. Я отвечаю. Да я знаю, у меня родители тоже пенсию небольшую получают. Вот так, брат, дело-то обстоит. Ну, сегодня хоть власть не мешает молиться. Мы храм сразу построили. Ну, езди помолиться. Власть не притесняет так. А у нас нельзя, кто поселяется, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем, чтобы разрешить. Не пьет, не лжет, не курит. Я в краевой администрации сказал, они говорят, так у нас тут работников ни одного такого нету. Статистика врет, женщины, говорит, курят, матерятся все. А название-то придумали деревня? Нет, старое название, как было, так и есть, Потеряевка называется. Потеряевка? Да, да. Это первые поселенцы были 200 лет назад, нынче исполнилось. В прошлом году 200 лет деревни было, как была она. И 20 лет ее не было. Так, не надо звуки издавать. Тихо, дядя, он слышит, смотрит на нас. Еще подумает, что ты непослушная. Это вас кто научил? Вы сами в рулетку нашли или как? Нет, тут на рулетку-то я не вышел бы. У меня брат, ну, верующего Христа, он лежал парализованный 17 лет. И перед самой смертью зашел и рулетку эту, вот это, два ролика поставил. Я посмотрел, тут такая беда, Содом настоящий, Гоморра. Я стал молиться, говорю, Господи, дай мне талант Сергея, который умер. Ну и зашел сюда, и вот уже 79-й день нахожусь здесь. Нашлись люди, которые на нашем YouTube-канале есть, на сайте. А мы, говорит, вас давно смотрим уже. А у меня сайт большой, этот YouTube-канал большой. Там 34 тысячи подписчиков, 35. И 34 миллиона просмотров. Ну, молодцы. Молодцы, дедушка, вам очень большое желаю удачи. Так вы на сайт зайдите. Там у меня 38 книг моих, которые я из печати издал. Каждая книга 752 страницы. 1000 экземпляров. И Бог положил на сердце подарить библиотеку. Мы из Барнаула, мы доехали до Владивостока, а потом доехали до Лиссабона, Скандинавию, Прибалтику. 650 городов посетили. И полный комплект стоит 750 евро. 650 комплектов подарили на 35 миллионов рублей. И все заснято было. И везде пришлось выступать, говорить о Боге, о вечности.
Да, молодцы. Это Бог делает. Человеку это никогда не сделает. Никто не сделает этого. Вы уж меня извините, не обижать надо. Да. Я не слишком религиозный человек. Хотя я рад за вас, что вы молодцы. Ну, храм рядом есть. Идите на пасхальную ночь, сходите. До последней дни. На Пасху обязательно. Нет, на Пасху у меня тут другие дела. У нас семейный праздник тоже обязательно. Увич будет печь. Обязательно яички покрасим. Вот. А вот у нас называют по календарю. Какие имена? То Володя, Игорь, а у нас не так. Вот меня звать Игнатий Тихонович. А вот она рядом стоит, Гликерия. Понял, какие? А у меня дяди три на фронт ушли, дяди не вернулись. Макарий, Филарет, Эммануил. Макарий, Филарет. И дядя другие были. Наум, Наум, Стефан и Амос. Вот брат у меня меньше меня, на 5 лет моложе брат, он священник. Его Иоаким звать. Иоаким. Иоаким. Это отец Богородицы. Она была по паспорту Мария Иоакимовна. Ну, с Богом. Вы по скайпу можете, по скайпу меня можете найти, если потребуется. Игнатий Лапкин. По скайпу. Лапкин. Лапкин. Да. Ну, вопросы будут, заходите. С Богом. Ну, все, с Богом вам тоже удачи. А вы знаете,